Оба. Всем привет. Доктор Влад сегодня второй ролик снимает. Я решил снять, потому что у нас что-то красиво очень сегодня. Холодно стало, правда. Вот я думаю, это сиреневые холода. Потому что позавчера было 25, вчера было 15, сегодня 10. И вот, смотрите, как много всего цветет. До сирени мы дойдем еще. А, впрочем, сирень у меня есть своя. Вон на уголочке. Ну, там кустик маленький. Вот еще тоже, но это мелкая какая-то местная сирень. Американская. Вот. У соседа алисум здесь, вот, по-моему. Или не алисум. Но он не сажает. Оно так растет каждый год. Вот красивые деревья. Ребята, я не ботаник. Я понятия не имею, что это такое. Но выглядит замечательно. О, какая красивенькая. О, и за ней тоже сиреневые вон там. И там вот тоже кустики. Я уж туда не пойду. Тоже симпатичные. Но это вообще отпадное. И там вот тоже. И у этих вон какие-то сиреневые. Сиреневые в смысле по цвету. Это не сирень. Сирень будет дальше. Симпатично, правда? А, вот такой кустик у нас тоже есть. Возле дома. Тюльпаны еще остались. Так, вот. Тоже беленькие, желтенькие, фиолетовые там. Так. Пройдем дальше. Я, собственно, что побежал снимать? Вот это дерево большое. От него листья прям как снег. Вот я боюсь, опадет. И я не успею эту красоту снять. О, какое симпатичное. Вот смотрите, сколько на земле. Сейчас мы сбоку еще зайдем. Тут вообще почти на лыжах можно кататься. Видите, сколько лепестков. Что за дерево, не знаю. Вон. Так, ну что еще интересненького? А, ну вот она, сирень-то. До сирени мы еще дойдем, а вот у наших соседей магнолия уже отцвела. Но еще кое-что осталось. И какие-то кустики, вот мне его очень нравится. Симпатичный, правда, какие-то оранжевые, что ли. А там желтенькие, вот они тут обрезали. Вот у них тоже желтые здесь были, я в прошлый раз снимал. Они оставили вот там только желтенькие. Так, ну и сирень. Здесь наша предводительница живет. В нашей деревне, вот сирень. У нее всегда, каждый год очень красиво цветет. Так, что еще? Это просто листочки какие-то фиолетовые. Тоже ничего. Это вот китайско-японское дерево. Уже отцвело все. Дня 4. Ну, может, недельку. Вот тоже какие-то желтенькие кустики. Симпатичные. А вот еще тоже дерево. Бог узнает. Все в цвету. Здорово, правда? Так, красивое деревце. Ну и до озера дойдем. А на озере нечего снимать. Туман, ребята, сегодня. Ну, птицы-то поют. Кто там орет? Горлань-то. Это рабины. Дождик прошел. Они червяков таскают. Ну, я рабинов уже показывал много раз. Сейчас посмотрим, может, какие уточки есть. Уточки. Вот наше озеро. Лодок пока нету. Нету. Нет и уточек. Никаких. Какой-то желтый кустик. Тут люди уже купались. Ну, маленькие совсем люди, дети на нашем пляже. Ну, я говорю, вот 3 дня назад был
почти 30, 25 где-то было точно. Вот, залазили, ходили. Рыбы нет еще? Ну, нет. Скоро будет. Ну, вот так вот. А где же утки? Они вот вчера здесь сидели. Не утки, селезни. Как я говорил, утки сейчас на яйцах сидят. А селезни гуляют. По-холостяцки. О-хо-хо. Да, это воробьи. Ничего особенного. Ну вот, в общем, так вот. Я... Все время у меня ролик получается. До озера дойду и назад. А, вот, смотрите, как здорово. Симпатичные тюльпанчики. Полосатенький. Вот там маячок стоит. И эти ребята тоже. Оленя вон какого-то положили там. А это наверху красненькие, это герани. Их рано здесь вешают. Ну, они потому что такие, герани. Им наплевать. У меня вон тоже. Я имею в виду наплевать на мороз. У меня вон тоже стоит, но, правда, она еще не во всей красе. Видите, как ветром обдуло эти елки. Ужас. Вот здесь все время ветер с озера. Просто жуткий. Как вот они в этом доме живут, я не знаю. И вот эти дома тоже, они ничем не прикрыты. У нас-то вон третий дом от озера. И то ветры бывают сильные. Ну, в общем, вот такая. Это я что, не заметил? Красные листочки. Тоже ничего. Ну, в общем, как-то так. Вот такой стульчик я себе попозже сделаю обязательно. У них здесь обычно стоит горшочек с цветами. Вот я сейчас снимаю. Больше даже для себя. Дома по кадрам посмотрю, как он сделан. И сделаю такой же себе. Лодка стоит. Интересно, а что они на причал не гонят еще? Ну, будет время. Там тоже уже отцвело все. Магнолия. Уже никакой красоты нет. Это кусты воробьи живут. Здесь. Они здесь и зимой живут, и летом живут. Ну, в общем, как-то так. Все, наверное. Пока.